Добрый вечер. В прямом эфире «Импульс Севера» в студии Алена Ядня. Глава города поделился в соцсетях новостями про обустройство детской площадки, которая строится в микрорайоне Мирный, во дворе домов 6.1, 6.2 и 6.3. Там уже установили уличное освещение, заасфальтировали дорожки, завезли грунт на газоне. А вскоре начнется монтаж игровых и спортивных элементов. Цитирую. «Пришли игровые элементы, приступаем к их установке. Двор большой. Постарались учесть интересы всех. Малышам качели-карусели, взрослым зона воркаута», – рассказал Андрей Воронов. Сегодня глава города пришел в гости к мальчишкам и девчонкам, которые отдыхают в пришкольных лагерях. Увиденное Андрей Воронов прокомментировал словами «лютый праздник». Сейчас узнаете, почему. Покажите мне, чем занимаетесь. Да. И что, в каникулы неохота поспать? Точно? Точно. А тебе охота, да? Да. Конечно, охота. Ну и потом приходите, что делаете? Ну, приходим, отдыхаем. Покажите, где отдыхаете. Мы сначала делаем заряд. Вот давай, как будто мы с тобой, вот сейчас 8 часов, и мы пошли. Да? Куда вы идете? Мы идем сначала на заряд, в пульсо. Пошли. Зарядку. Сколько? Минут примерно 15. Инструктор показывает движение, да. Всякие, да? Зарядились. Потом что? Мы потом идем завтракать. Что на завтрак дают? Сегодня нам очень вкусные оладушки давали. Оладушки? С сгущенкой. Да? Да. А что не нравится на завтраке? Вот прям, ну, я знаю, что лучше. Я в детстве, допустим, кашу не любил. Нет, все очень вкусно, да. Все толкает. Но только сахар. Ой, сахар забыли в этот чай добавить. А, ну это упущение. Да. Про сахар не забывайте. При школьном лагере в 11-й школе 4 отряда. Это 108 человек. Каждый отряд живет по своему расписанию. У кого-то время для оздоровления и экскурсий, у кого-то спортивные состязания на улице, а кто-то решил поиграть. Ребята предложили главе сразиться в их любимую игру «Уно». Сыграем. Давай. Я ни разу не играл. Ни разу не играл? Я беру 6. Ой, ну не надо было так сделать, не надо было. Почему? А как? Ну, сначала бы я выкину 9. Так, 9. 9, потом 0. 0. Потом плюс 2. Плюс 2. Потом уже 6. 6. И еще 6. Уна. Уна. А, уна. Уна. Еще? Уна. Против сборной России никто не устоит. У тебя какая сборная? Германия. Германия? Германия. Нет, они отдыхают. Они в этом сезоне не очень играют. Каждый день сидите в классе или все-таки гуляете? Нет, мы гуляем. Мы гуляем. Мы ходим на... Мы еще ходили в на занятия. Куда? Да. В дружбу. А, в клуб в этом? Да. Вот мы хотим его сделать современным. Зачем? Таким. Нормально там. Ну, сейчас нормально, мы хотим сделать еще лучше. Сейчас там ЧУМ строим, видели, уже так да, стоит? Да, да. Там будет ЧУМ, там скалолазка есть, да? Да, да. Там еще куча будет всего интересного. После того, как градоначальник убедился в том, что в этом лагере все в порядке, и дети довольны, он отправился в первую школу. Здесь для ребятишек устроили целый квест по всему зданию. Здрасте. Что делаете? Вот отгадываем загадки, чтобы перейти для другой станции. А у меня есть тоже загадка для вас. А кто это такой? Мир-город. Все. Дайте руку, пожалуйста. Кто на второй смену останется? На третью. Остаешься? А кто в августе уезжает из города? Куда? Куда? В Сочи. В Сочи есть? А ты куда? Бабушка. В отпуск куда? К бабушке? На море? На
самом деле полная неожиданность увидеть таких раскрепощенных, веселых новоуренгойских ребятишек, атмосфера такого лютого праздника и ежечасного, ежеминутного. Вот. Никакого лукавства, они дети здесь прямо такие свободные, но постоянно занятые. Постоянно заняты, и взрослые стараются обеспечить их не только безопасностью, но и окружить теплотой и тем, чтобы они вот, ну, постоянно жили в таком энергичном ритме. И вот некоторые родители мне рассказывают, что дети приходят и 8 часов уже просто отрубаются и спать ложатся. Отправить своего ребенка в пришкольный лагерь может любой желающий. Совсем скоро стартует третья смена. Успевайте подавать заявки. Евгения Дмитриева, Павел Михайловский, Сергей Белых, информационное агентство «Импульс Севера». Тем временем в детском саду «Калинка» продолжается ремонт. Здание приобретает новый облик. Окна отделали яркими наличниками. Впереди обшивка фасада, который сейчас в строительных лесах, и замена кровли. Все работы должны закончиться к 1 сентября. На объекте работает несколько бригад. У каждой своя сфера ответственности. Как рассказал нам подрядчик, санкции на процесс не повлияли. Проблем со стройматериалами нет. Подрядчик использует продукцию исключительно российского производителя. И все материалы соответствуют санитарным нормам. Кроме самого здания садика, обновить здесь планируется и детскую площадку. На сегодняшний день пока у нас как таковых проблем нету по санкциям. Как бы материалы все приходят, как мы и планировали, поэтому я не вижу пока, чтобы у нас какие-то были затруднения. Идет ремонт и в лор-отделении городской больницы. Заменят все – от линолеума и старого настенного покрытия до оконных стеклопакетов. К обновлению помещения подрядчик приступил в июне. Сейчас работы выполнены более чем на 60%. Что именно сделано и когда отделение откроется, узнавала Мари Бохуа. Шумно и пыльно, но все это временно. В лор-отделении терапевтического корпуса идет ремонт. Во всех палатах уже демонтирована старая отделка стен. Впереди новый этап работ. Работы начали производить 1 июня. Срок у нас 3 месяца. То есть за 3 месяца мы должны выполнить весь объем работ, который по контракту. Вот в данный момент уже сделано процентов 65, то есть из всего объема. Производим замену плитки, керамогранит, стеновой плитки, демонтаж, значит, стеклообоев вот, под покраску водоэмульсионной краской, под предписанию пожарных, вот, замена противопожарных дверей. То есть в данный момент вот, производим покраску палат и укладка керамической плитки. Рабочим также предстоит заменить сантехнику, радиаторы, светильники и розетки в каждой палате, а также обновить стеклопакеты в окнах. Подрядная организация на протяжении 5 лет сотрудничает с Центральной городской больницей. За это время организация хорошо себя зарекомендовала. События долгожданные, потому что отделение у нас востребованное. Здесь обслуживаются разные категории, и маленькие детки, и взрослые. Отделение в своем роде уникальное, ремонт ждали долго. Этот корпус долго не работал, так как здесь находился ковидный госпиталь. И вот когда наконец-то сняли ковидные ограничения, отделение вернулось на свои площади, они дождались своего ремонта. Параллельно эта же организация ремонтирует помещение дневного стационара, который находится в одном здании с лор-отделением. Подрядчик обещает, работы завершатся раньше срока, прописанного в контракте. Мари Бохуа, Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера». МЧС России предупреждает: не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. В России участились случаи мошенничества с использованием материнского капитала. Преступники ищут владельцев сертификатов на маткапитал и предлагают обналичить средства. Это, предупреждают в прокуратуре, может обернуться уголовной ответственностью. Преступники подыскивают дома, которые находятся в аварийном состоянии, неликвидные земельные участки, и
Также подыскивают граждан, которые имеют право на материнский капитал, и под видом договоров займов, договоров купли-продажи, предоставления разрешений на строительство без намерения, соответственно, получить жилые помещения, земельные участки для материнского капитала, заключают эти договоры займа, предоставляют данные документы в Пенсионный фонд Российской Федерации и тем самым обналичивают денежные средства. Такие действия являются составом преступления, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируется как мошенничество. В Новом Уренгое на водителя завели уголовное дело. А все из-за того, что его снова поймали пьяным за рулем. Подробности в рубрике «Криминал» расскажет Роман Риховских. Привет, Алена! Здравствуйте! Этой весной, 15 апреля, наряд ДПС остановил машину, которой управлял водитель 1974 года рождения. Мужчина был пьян, от медэкспертизы он отказался. При проверке документов полицейские выяснили, что до этого водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. И в марте этого года суд лишил его прав на 1 год и 9 месяцев. Возбуждено уголовное дело. Нарушителя-рецидивиста ждет суд. Теперь ему грозит реальный срок до 2 лет лишения свободы. И еще одно уголовное дело. У другого новоуренгойского водителя были поддельные права. Это выяснилось при проверке документов. По базам данных МВД удостоверение с таким же номером было выдано другому человеку. Водитель признался, что прав он был лишен. Фальшивку купил в другом регионе. Документы изъяли и отправили на экспертизу. Водителю грозит лишение свободы на 1 год. В ноябрьске мужчина угостил несовершеннолетнего приятеля наркотиками. Что было после этого, нам рассказали в Следственном комитете. По данным следствия, в мае 2022 года в городе Ноябрьске совершеннолетний юноша склонил к употреблению наркотического вещества, находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимания. Медучреждения потерпевшему оказали медицинскую помощь. В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый является также фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного в полиции, по признакам преступления, квалифицируемого как покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Жительница Нового Уренгоя осталась и без денег, и без новой одежды. Пополнить гардероб она решила на сайте. Получив от неизвестного ссылку, потерпевшая перешла по ней и указала данные своей банковской карты, после чего с нее списали 7000 рублей. Уголовное дело завели по статье «Кража с банковского счета». Полицейские напоминают, нельзя пользоваться непроверенными ссылками. Жертвой мошенников стала и жительница Лабытнанги. Вот только денег она потеряла куда больше – 550 тысяч рублей. Вначале потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, с ее счетов списываются деньги. Потом позвонил якобы сотрудник полиции. Он сказал, что после списания денег было возбуждено уголовное дело. И если потерпевшая не будет помогать следствию, то на нее тоже заведут дело. Женщина испугалась и перевела злоумышленникам со своих счетов 500 000 рублей. Теперь уже реальные сотрудники полиции расследуют дело о мошенничестве в крупном размере. Они советуют, прерывайте такие разговоры и уточняйте информацию в банке. Номер горячей линии есть на каждой карте. В Приуральском районе вахтовика судили за покушение на убийство. В новогоднюю ночь в жилом балке на территории Приуральского района рабочие распивали спиртное. Потом двое поссорились. 24-летний мужчина дождался, когда собутыльник повернется к нему спиной и нанес ему 4 удара ножом в голову и шею. Активное сопротивление жертвы, помощь других участников застолья и своевременная медицинская помощь спасли потерпевшему жизнь. А вот нападавший после этого скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали 26 января в Тюмени и доставили в Приуральский район. Суд приговорил агрессивного вахтовика к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. И еще один приговор. В Анадыме мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
23 ноября 2021 года он поджег квартиру знакомого в поселке Пангоды. Бросил непотушенный окурок в кучу мусора, лежавшего рядом с входной дверью. Начался пожар. 50-летний мужчина умер от отравления угарным газом. Суд назначил поджигателю 6 месяцев колонии общего режима. Теперь сводка ДТП. За сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 10 ДТП, к счастью, без пострадавших. Всего же с начала года в округе в сводке попали 2502 аварии. 8 человек погибли, 150 получили травмы, в их числе 22 ребенка. У меня на этом все. Информацию о преступлениях и происшествиях ищите в социальных сетях «Импульса Севера». Следите за собой и будьте осторожны. Алена? Спасибо, Роман. Еще информация от правоохранителей. В следкоме Ямала работает телефон, где круглосуточно принимают звонки о невыплате зарплаты. Сообщать можно не только о том, что вам задолжали заработанное на предприятии, но и о задержке пенсий, стипендий, пособий и других выплат. Как рассказали нам в региональном следственном комитете, борьба с невыплатой заработной платы является приоритетным направлением. На контроле все уголовные дела по зарплатным долгам. Номер, по которому можно сообщить о том, что с вами не рассчитался работодатель, у вас на экране. Рассмотрены будут все обращения. Продолжаем выпуск. Скоро новоуренгойцы смогут зарегистрировать брак возле стелы «Полярный круг». Но обо всем по порядку. Завтра Россия отметит День семьи, любви и верности. А в преддверии праздника ямальцы выбирали необычные места для выездных регистраций. Голосование проходило на портале «Живем на Севере». Всего было предложено 14 площадок, парки, скверы и даже рестораны и гостиницы. Самыми популярными стали подножья горы Рай-Ис, стелы «Полярный круг» в Новом Уренгое и Салехарде, парк «Юбилейный» в Лабытнанге. 8 июля состоятся бракосочетания на новых площадках в столице округа и в городе Семи Лиственниц. В Новом Уренгое такие выездные регистрации в знаковом для северян месте начнутся после того, как территория возле стелы будет специально подготовлена. А в местном ЗАГСе завтра в праздничный день поженятся 10 пар. До самого яркого и долгожданного события лета осталось всего ничего. Да, я сейчас про наш юбилей. Отметим мы его широко. И приглашаем всех новоуренгойцев и гостей города разделить это событие с «Импульсом Севера». В субботу, 9 июля, на пляже пройдет импульсивный опен-эйр. Мы, как именинники, приготовили для вас подарки. Участников ждут призы, большая развлекательная программа, концерт, лотереи и соревнования. И, конечно, веселые конкурсы. Один из них для тех, у кого дома завалялся ненужный телефон или планшет. А может и парочка. Наш корреспондент Яна Марченко сегодня тренировалась и узнавала все подробности. Давно хотите избавиться от старых и ненужных телефонов? Отличная новость! У вас есть возможность не только выбросить их, но и получить из этого выгоду. 9 июля на Open Air в честь нашего 30-летия пройдет конкурс по метанию гаджетов. Условия крайне просты. Выиграет тот, кто закинет телефон дальше всех. Ну а чтобы точно победить, мой коллега Алекс расскажет парочку советов по метанию гаджетов. Алекс, расскажи парочку советов. Во-первых, чтобы поучаствовать, нужен старенький телефон, встать поудобнее, замахнуться и швырнуть его как можно дальше, но попадая в коридор, ведь второй попытки не будет, только если вы не припасли с собой второй телефон. А чтобы телефон полетел дальше, его нужно швырнуть под углом 45 градусов. Попробуй швырнуть телефон дальше меня. Но соревноваться с Алексом мне не придется, потому что я буду в другой номинации. Всего их 4. Мальчики и девочки до 18 и мальчики и девочки старше 18 лет. Но это еще не все. После всего «Газпром Добыча Ямбург» увезет все устройства на утилизацию. Таким образом, мы поддержим год экологии и избавимся от хлама. Ждем вас 9 июля 15:00 на городском пляже. Будет весело. Яна Марченко, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Thank you.
А у нас все новости к этому часу. Для вас работали Алена Ядня и команда «Импульса». До встречи в эфире!